мои друзья, с вами Лич, и у нас год спустя остров Олигарха-Отшельника. У меня там было очень много комментариев негативных, что я какой-то там вандал, порвать меня в жопу, меня там натянуть кто-то хотел на хер, и всякие такие были возражения непонятные за то, что я забрался в какое-то жилище, стырил рыбу. Так вот, внимательно смотрите тот ролик, и откуда я забрался, я там в самом начале все это рассказываю. В этом ролике я рассказывать ничего такого не буду. У нас опять сегодня посещение, год спустя, Олигарх-Отшельник. Посмотрим, что у него произошло за год, насколько он познал себя в этом мире, во сколько в этой вселенной вверх или вниз, или он там живет многогранными исполнениями. Мы должны это все выяснить, все посмотреть. Я сегодня опять на лодочке, опять огребу по пруду Нурлино. И мы разворачиваем камеру на солнце, к сожалению. Будем подплывать к этому острову. Я включу, все покажу. Сегодня у нас более-менее лучше качество, чем обычно. У меня все-таки профессиональное оборудование появилось год спустя. Посмотрим, что появилось у нашего олигарха год спустя. Продолжаем плыть на остров. Что мы делаем в этот раз? Мы посмотрим, оценим, насколько он усовершенствовал свое познание в этой многогранной вселенной и что у него с ним произошло. Подплываем к острову. Вот обратите внимание, в этом году воды больше, мостика у Олигарха-Отшельника нет. Как ни странно, поднялся сильный ветер, меня несет мимо острова. Сейчас мы будем заходить, у него там есть место специально для пирса. Так вот все выглядит снаружи. У него там, вижу, вырисли березки. Мы подплывем поближе, посмотрим, что там у него изменилось. Я обнаружил у него там какую-то живность. Видно, что сломался мостик. Видите вы, наверное, его в камеру. Может, камеру развернем. Вот так вот. Мы оплываем этот остров. Зиму, как бы сказать, он пережил. Самого олигарха-отшельника мы не наблюдаем. Я наблюдаю там улей, его мини-пляж. Смотрите, вот маленький мини-пляж появляется на камеру. Видите, да? Подобрались мы очень близко. Ну, здесь мне не нравится выход. Может быть, мы зайдем с пляжа? Давайте зайдем с пляжа. Очень сильный ветер, и приходится бороться с ветром. Олигарх-отшельник очень хорошо изолируется от общества. Я так думаю, что он неспроста здесь живет, обитает. Живет здесь, обитает и чем-то занимается. Сейчас мы это будем узнавать. На самом деле... В том году он просто ловил рыбу и был обычным дедом. Видел я его пару раз. Так.
Так, видим какую-то сеть. Все, припарковались. Весла сушим. Выходим, так сказать, на берег. Посмотрим. Высаживаемся, как настоящие пираты. Лодочку надо припарковать так, чтобы она никуда не уплыла. Иначе как мы потом добраться? О! Высадились мы. Вот так вот это все выглядит. И, собственно, давайте все посмотрим. Лодку я припарковал. Так, в том году у нее был какой-то здесь огород. Он есть. Есть какое-то строение. Это, скорее всего, зимний домик. Запасся он дровами. Тут он, я обнаружил, делает какое-то шаманское месиво из глины. Скорее всего, наверное, делает смесь, вот, делает печь. У него какие-то кусты тут растут. Домик, собственно, его. В домик мы зайдем чуть попозже. Так, тут у него хозяйство. Он, видать, все-таки моется, и даже есть у него какой-то кабель. Вполне возможно. А вот гнезда осиное. Все имеется. Так, дальше обзор у нас. Огород. Обратите внимание, конопля. Неужели это конопля? Что-то похоже на коноплю, но это не конопля. Посмотрите, у него какие тут кабачки выросли. Хозяйственный наш олигархат отшельничек. А это, собственно, наверное, шиповник. Я так думаю. Как вы думаете, напишите, что это такое. Лук. Елочки он посадил. Молодец. О, там наблюдаем улья. Крапива, беседка. В том году, о, петух, курица. Представляете, на необитаемом острове, вокруг вода. Как вы обратите внимание, а? И тут курица. Значит, олигарх Ашенчик живет. И вроде как нормально, мангал. Здорово, курица. Здравствуй. Здравствуй, курица. Курица. О, шаманский алтарный молитвенный пьедестал. В том году у нее здесь был мостик длинный. Сейчас вот тут какой-то развалинный мостик. Даже вроде держит. Собственно, вот это вот водоем, кустики. А, вон там был мостик. Вон там, видите? Видать, его льдами сломало. Беседка у нее в таком же состоянии, как и в том году. Ну, чуть-чуть вроде, может быть, тут он мусора побольше наложил. Как мы наблюдаем, олигарх-отшельничек очень запасливый. Даже угли с мангала привозит и все это скапливает. Скапливает на случай, вдруг эта протонная бомба ебанет. Вот у него есть вот все. Даже вот бутылочка со специальным... Ну вот обратите внимание, вот протонная бомба ебанет, а у нее есть ржавая бита. Ну где такое найти? Больше нигде. Ну только здесь. Мы чувствуем там, я слышу какого-то петуха. Ага, курица-алкоголичка. Да? Здравствуй. И Ильич. Нет? Тут смотрите, сколько их тут развелось. Ё-моё. Петушиная ди... Какой-то это логово. Вот он и петух тут есть. Курицы белые. Я что-то в говно какое-то наступил, похоже. Нет, это яблоко. Это вот. Да-да. Я не он, вам жрать не принес. Давайте посмотрим, зайдем в петушиное логово. О, нихрена себе! Тут даже есть кролики.
Ой, ё-моё, тут запах отвратительный. Так, вот он лежит, один альбинос. Альбинос. Немножко петушиного дерьма. Тут у них тоже какие-то гнезда. Петух вообще тут прямо... Да! И весь испетушился. Так, собственно, вот они. А тут открывается? Как бы они, наверное, ждет уже съебаться. Погладить вас. Кролики. Как они любят, когда их гладят. Так. Давайте его попробуем поймать. Петушиное говно. Вот он. О, зайчик, пайчик, ёпта, тут мясо 10 кг. Все, живи. Балдей дальше. Так, а ты чё, лопоухий? Тебя тоже за уши подергать? А? Я, говорит, хочу отсюда съебаться. А то вообще заяц какой-то. Ладно, я вас трогать не буду, потом ловить буду. По вашему острову бегать не хочу. Так, а где тут яйца? Йо, тут вообще страшно. А вон еще один кролик. Так, здесь, наверное, кто-то... А там какое-то животное живет. Все закрыто. Напрочь. Наверное, большой совочки. Интересно, вот так вот человек познает природу. Я такой выхожу и испугался, думал, кто-то стоит. Обрати внимание, что посмотрим, тут еще у него есть кое-какие дрова. Облагородил берег. Ну и как всегда, как у всех этих, как его, недавно смотрел, Ургана, ну, всякий хлам вот в деревне присутствует. А у него на острове на случай протонной бомбы. А где у них яйца, интересно? А вот, они сами себя едят, да, я так понимаю? Пойдем дальше. Эти греются петухи. Я так думаю, что вот туда подходить близко не стоит. Тем более их открывать. Дай бог, что там оттуда вылетит куча пчел. Как бы съебаться я не смогу. Ну, собственно, видите, улья есть. Ну, давайте перейдем. Зайдем, посмотрим его жилище. Опять сейчас напишут кучу комментов. Скажут, опять я гондон, вандал, и меня надо порвать на британский флаг и все такое. Ну так ладно, контент есть контент. Что я обнаружил? У него предусмотрена лазейка для кошки. Скорее всего, тут где-то живет кошка, только я ее не видел. Так, веревочка есть, тут просто дверь открывать. Так, давайте ее подопрем. Ну, все как было обшито в том году. Так, опа. Теперь мы поняли, чем занимается олигарх-отшельник. Призм-туризм. Это его опечивальня. Там раньше висела голая баба, а теперь... А вот он, оказывается, на чем разбогател-то. И куры появились, и кролики, и рыбу перестал ловить, и самого нету. Собственно, и яхта есть, и пузырек. Все успешные жизни. Если вы не знаете, криптовалюта призм сейчас набирает огромную популярность в сети и вообще в России. Это русский биткоин, который заменит, в принципе, обычные платежные средства и будет единственной платежкой, и на ней можно заработать на парамайнинге. В этом есть ролики у меня на канале. Я даже не знал, что он уже тоже в призм, тем более туризм. Я так понимаю, что он занимается развитием
ну, точнее, он не занимается развитием, он зарабатывает, он вложился и как бы сидит, кайфует. Ладно, мы продолжим обозрение его жилища. Тут вот картины, гуси улетают. Как всегда, у него полно всякого хлама, это, наверное, для... Помидорчики есть. Картошечка я наблюдаю. Знаешь, что у него в огороде она выросла. Овес, видать, он кур кормит. Всякие саморезы. Ну, как всегда, когда ёбнет протонная бомба, у нее всегда все есть. Вот это вот непонятно, что за устройство. Скажите мне, напишите, что это такое. Два стакана, видать, у нее приходят гости. Кефир. Так, ну давайте посмотрим спальню, раз мы сюда уже зашли. По спальне у нее тут улья, всякая фигня, призм-туризм. И сам у него холл. Холл, о, оранжевый комбинезон. Что тут написано? Написано Палмали. Ну, я так думаю, что он, наверное, ушел в плавание. Да, стоит у него уровень. Здесь у него... Еще дрова, молоточек, баба голая. И что тут? Окошко. И, собственно, сама печка. Лежу, говорит, на печи и грею свои кирпичи. Ну, как-то вот так вот все это у него удобно. В том году здесь была какая-то перегородка, я помню, если посмотрите видео прошлое. Теперь он олигарх, отшельник призм. И у него все как положено. Яхта. Призм. Домашний доктор. Тут не хватает моего муншайна. А, и помидорки сушатся. Ну и видать он играет в экскаватор иногда. Ну грибы видать хорошие выращивает. Собственно вот обзор острова олигарха отшельника закончен. Опять пишите свои бешеные комментарии, говорить, что я опять вобрался на чужое жилище. Ну, как мы видим, чувак поднялся на призме. И неплохо. Если мы тут не наблюдаем его личный катер, значит, скорее всего, он уехал куда-нибудь. Ну, как бы петухи сами по себе, кролики сами по себе кормятся. Как вы думаете, неспроста ли это? А может быть и неспроста. У меня все-таки остались кое-какие вопросы. Я думаю, они в скором времени разрешатся. И мы выясним, что вообще, что куда он делся. Его на самом деле сейчас тут нету. Я думал, что я его увижу. Может быть, он придет вечером. Может быть, у нас получится провести как с ним вместе ритуал какой-нибудь шаманский. Но сегодня я его не нашел. К сожалению, вернемся сюда спустя следующий год. Как бы я вас люблю, то, что вы любите меня так сильно и хотите меня порвать на британский флаг, как это в прошлых комментариях было под роликом. Я отсюда удаляюсь, сажусь на свою лодочку и собственно, забыл я про трофей. Как в прошлый раз я забрал у него рыбу, в этот раз я забираю у него флаг. Флаг призм туризм и везу его в Крым. Надеюсь, он меня простит, и мы как бы устроим путешествие этого флага в Крым. Смотрите, в среду я выезжаю на машине с этим призмом туризмом. Будем показывать, как путешествовать на машине в Крым, собственно, с трофейным флагом. До свидания. Я учаливаю. Чао.